Нашла. Снимает маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Она вышла. На ней купол какой-то. Купол. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Ольгу в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ольги поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Ольгу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанс. Она доверит. Она нас слышит, да? Но она руками разводит, улыбается и кивает. И у нее вот этот купол, он прозрачный, и он как качается на ней до самого пола. Он купол арахноида, я просто его вижу, он очень мохнатый, и он из нее как паучиху делал. Эти к ней, чтобы заманивал. Хорошо. Сканер, отключи этот купол полностью до последнего чипа, датчика, импланта и конвектора и выведи из биополя Ольги. Пошел процесс. Вытягивай арахноида, кидая в клетку тюрьму. Да, будет так, а так и есть. Готово. Вылетел арахноид? Да, он в клетке. Хорошо. Отправляю его купол в клетку тюрьму, в соседнюю. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Ольги под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Ольги. Находит все. У нее синий дракон, инсектоид и джин. Какой у нас джин? 72-13. 72-13. Еще синий или уже золотой? Золотой. Хорошо, джин. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 года. Хорошо, в квартире ты тоже присутствуешь? Да. Понятно. Кто еще присутствует в квартире, обращаясь ко всем? Дракон, арахноид. Кроме инсектоида, все. Хорошо, начинаем с реверса энергии. Вы будете отвечать на вопросы в процессе реверса. Кто не будет отвечать, будет наказан. Я даю команду тонкой копии Ольги спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативу, она могла получить от них, возвращается к ним. Пока реверс идет, сколько находился арахноид в этом биополе? 13 лет. Синий дракон, цифры над головой? 28-32. Сколько ты находился в этом биополе, синий дракон? 1 год и 2 месяца. Инсектоид, сколько ты находился в этом биополе? 4 года. Хорошо. Ждем окончания реверса. Готово. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы, и в порядке реверса Ольга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все свое себе обратно. Но ей по чакрам энергия возвращается от купола. Этот купол, он как увеличительное стекло на ней. Арахноид через него смотрел. Арахноид, у тебя есть потомство в квартире? Есть и потомство, и очень много паутины везде, она как дым там. И он сам там тоже есть. Он очень мохнатый весь. Реверс закончился. Хорошо, поехали дальше. Джин, выходить не надо, Джин, собирай всю свою пыль, все свои подключки, втягивай, чтобы ничего этого не было. И докладывай мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить сканером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит в этой клетке. Я вас предупредил. Приступай. Ноги. У нее ноги закутаны полностью в его пыли, как кокон. Забрал. Инсектоид, выходи, вытаскивай свой инкубатор. У тебя один инкубатор или несколько? Один. Выходи, отключайся, крепление, ничего не забывай, жидкость тоже. Возвращайся назад, приступай. Он вынес желтой водой какой-то инкубатор, готово. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, ничего не забывай. Приступай. Готово. Хорошо, арахноид, что-нибудь осталось на твоей чистоте? Иголки, паутина? Да, есть. Выходи, вытаскивай все. У меня вся голова в паутине. Этот купол, он у нее на лбу крепился. Как она тебя ощущала, арахноид? Какие-то боли были? Неприятные воздействия, шея, спина, как раздражение, голова. Чужеродные действия она слышала. Чувствовала, конечно, чувствует, когда арахноид. Мурашки по спине, когда говорят. Да. Готово, снялась. Головные боли были? Мигрени? На данном этапе нет, больше было, как вот его паутина, он показывает туман, вот такой туман в голове. Понятно, хорошо, туман в голове, это понятно мне уже тоже. Хорошо,
Включаем внутренний белосвет Ольги. Этим светом навыдалит из себя все негативное патогенное низковибрационное на частотах интерферентов и их подключек. Пошел свет энергии, выходит все остаточные негативные энергии, выходят, формируются в шар. Ну не от аранхноида больше. Конечно. Эти энергии. Небольшой шар вышел. Открываю под ним воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, вопрос ко всем, у кого есть контракт с Ольгой? Ни у кого нет. Хорошо, поехали дальше. Засмущал ты их. Я обязан спрашивать. Хорошо, буду отпускать. Инсектоид, и больше в это биополе никогда не придешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, под куполом арахноида открывая воронку в галактическое ядро. Купол ушел на переработку, закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Джин, синий дракон, арахноид. Я сейчас открою два портала в дом Ольги. В один уйдет джин, в другой портал уйдут космические. За это время вы собираете все, что там оставили. Ничего не забываете. Я прихожу, проверяю и отпускаю вас на вашу чистоту. Все понятно? Да, понятно. Открывается два портала в дом Ольги. Один, два, три. В один уходит джин. Во второй портал уходит синий дракон и арахноид. Закрывая, печатая, растворяй оба портала. Готово. Поехали по частотам. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Ольга должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да, готова. Я говорю слухи о том, какая копия повторяет за мной. Соглашением, контрактом и договором. Договора выходят, активные подсвечиваются. У меня есть контракт. Так ты что, активный? Да, она как указывает руками, плетет, и у нее нити идут к этому контракту. Тарахнует. Арахнует не сказал, что у него контракт? Ну, видимо, не сказал. Хорошо. Хорошо. Открываю. В квартире он у нее. Я знаю, я могу сейчас его сюда поднять, могу его из квартиры достать. Вот думаю, где лучше сделать. Или отдать его сразу Ли. Хорошо. Выстраиваю канал в квартиру Ольги. 1, 2, 3. И по этому каналу вытягиваю арахноида, стоит в клетке тюрьме. Да, будет так, а так и есть. Здесь у него так, несколько глаз красных. Отлично. Арахноид, ты меня обманул. Я спросил за контракт, и что ты мне ответил? Он мнется на месте, он перебирает своими лапами. Арахноид получает 50 тысяч герц удар. В моих руках появляется шар энергии атмана. У него горят и вот эти волосатые поверхности от огня, от удара. Она опалилась. Хорошо, отлично. Убираю этот шар, ему пока этого хватит. Итак, ты, арахноид, заключил обманом контракт с душой. Ты обманул меня. Сейчас этот контракт будет аннулирован. Ты не уйдешь уже на свою чистоту. Это я тебе точно могу уже сказать. Спрашиваю Ольгу. Ольга, вы готовы аннулировать эти контракты? Да, конечно, готова. Повторяйте за мной. Право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Да, есть энергия. Хорошо. Готова. Открываю воронку в галактическое ядро. И все контракты аннулированы, уходят на переработку вместе с фантомами. Закрывая, печатаю, растворяй. Есть. Ли, я прошу тебя выйти на связь. На связи. Я приветствую тебя. Ли, у меня здесь арахноид стоит с куполом. Купол я уже убрал, все забрал оттуда. 13 лет арахноид обманул, то, что у него не было контракта, мы его сейчас аннулировали. Все остальное в квартире я могу сам убрать. Контракт обоюдный был. Ольга, вы заключали контракт с арахноидом осознанно? Нет, что вы. Зачем мне с ним контракт? Нет. Арахноид обманом это сделал. Заберем, проверим. Хорошо, благодарю тебя. Он забежал. Куда он забежал? Он забежал. Не знаю, что это корабль, что у них. Они его забирают, он туда перебежал просто. А, хорошо, пусть бежит туда. Хорошо. Чего он так воняет? Хороший вопрос. Включая высоковибрационные фиолетовые лучи. И они вытесняют за пределы этой комнаты диагностики все запахи, все негативные чужеродные энергии. Остается только твоя энергия и моя. Готово. Отлично, поехали дальше.
Хорошо, Ольга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно чувствую. Отлично. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ольги в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Да. Это ангельская душа, у нее крылья, она их раскрыла и показывает. Хорошо, Ольга. Гармонизируется с телом. Отлично. Захотите познакомиться со своим куратором, мы можем вам такую возможность предоставить. Вы можете ему 10 своих вопросов задать, если будет желание. Она всегда знала, что это. Что на ангела, она играет с крыльями, вперед-назад, вверх делает. Отлично. Готово. Отключаемся от объекта. Дом ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее дома. 1, 2, 3. Ты перед домом. Я здесь. Хорошо. И я даю команду. На счет 3. Клетка в зале установилась. Хорошо. Она кишит арахноидами маленькими. Угу. Видимо, он собрал все это. Не знаю. Сейчас узнаем. Хорошо, еще кто? Синий дракон. Да. Джин. Демон. Демон. Хорошо. Рептилоид. Два Грея. Три воронки. Все. Хорошо. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Синий дракон. Ты все собрал? Да, он снял платы. Хорошо. Я хочу получить слово синего дракона, что ты больше не придешь. Ни в этот дом, ни в это биополе. Даю слово. Хорошо. Открываю наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, Джин. Твои следы остались здесь или ты все собрал? Он показывает большой шар. Все собрал. Хорошо. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. 1, 2, 3. Джин забирает все, что он принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Арахноиды, кто из вас там старший? Никто, они все маленькие. Хорошо. Паутину вы собрали в этом доме? Есть еще паутина ваша? Есть. Хорошо, выходите, арахноиды, собирайте всю паутину, чтобы никакого вашего следа не было. Возвращайтесь в клетку-тюрьму, я открою вам портал, и вы уйдете на свою чистоту. Приступайте. Они разбежались, как тараканы, по всему дому, и каждый собирает. Хорошо. Также назад возвращается. Отлично, быстро соберу, быстро уйдут. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И все арахноиды уходят в этот портал со своей паутиной. Закрываем, опечатываем, растворяем. Они выстроились в линии, за одним выходят. Видишь, организованные, даже арахноиды. Готово. Это не тот арахноид, который убегал от нас в портал. Хорошо, рептилоид с греями. Что вы установили в этом доме? Установили трубы по откачке энергии и забору. Выходите, собирайте все, что вы оставили, отключайтесь полностью, возвращайтесь назад, докладывайте о готовности к проверке. Это спальня, зал, кухня. Сколько процентов отток энергии был? Отток не был, они собирали то, что в квартире было. А что, там так много негатива было? Ну, не только негатив собирают. Любая энергия, выделяемая, поглощалась этими трубами. Понятно, хорошо. Готово. Больше ничего не осталось? Нет. Вы больше в этот дом не придете, и к этому человеку тоже. Все понятно? Понятно. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте греев. Грей уходит в свой портал, рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатаю, растворяй оба портала. Готово. Хорошо. Демон у нас. Демон, сколько герц? 12. Хорошо, демон, ты здесь хозяйничал, да? Это не демон, подожди. Демон на улице есть. А это кто? В клетке у нас бес. Ты за беса не говорила. Итак, сколько у нас герц у беса? 8. Хорошо, бес. Ты здесь хозяйничал, значит, в квартире бес, демон был на улице, да? Он на улице демон, и у него есть на нижнем этаже вход в дом, но он выше не поднимается. Бес, выходи. Собирай все, что ты раскидал в этом доме. Все свои комочки, сеточки, одеялки, ничего не забывай и возвращайся назад. Но у него лестница полностью покрыта сеткой. Я же тебе говорил, там вся лестница. Комки есть в доме, и одеяло.
Да, собирай все. Ты давно живешь в этом доме, без? Он 3 года живет, вообще до этого по порталам ходил, он все собрал. Хорошо. Без, хочешь получить негатив с этой квартиры, с этого дома? Хочет. Тогда давай сделаем так. Ты мне сейчас покажешь все порталы в этом доме ее. Я их закрою и соберу тебе негатив в дорогу. Устраивает? Устраивает. Пошли. Ну вот самый нижний этаж, дверь, это портал, через который бес ходит. Вот. Открываю. Демон ходит, входит или бес входит? Демон, да, демон с улицы. Открываю внизу. В этом месте воронку в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Пошли. Идем здесь дальше. Еще есть портал, как воронка на нижнем этаже. Внизу открываю под этим порталом воронку в галактическое ядро. Этот портал уходит на переработку вместе с фантомом и частицами портала. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Дальше. Ты знаешь, он в одной части лестницы показывает воронки блуждающие. Если они очень долго блуждают на одном и том же месте, они открывают портал там. Вот в этом месте на лестнице там волнение такое от этой воронки. Ну, воронки-то нет, мы их убрали. Да, но портал остался. Хорошо, в этом месте внизу открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал, фантом портала и частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо? Самый верхний этаж здесь. Два окна, оба портала. Под этими окнами открывается одна большая воронка, 1, 2, 3. Засасывается этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. А окна, которые в крыше. Понял. Готово. Хорошо, идем дальше. Угол ванны. Внизу, там, где этот угол, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Еще есть? Да, есть еще одно окно в комнате. И под этим окном внизу открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатываем, растворяем. Дальше кухня, где печь. За печкой. Хорошо, за печкой внизу. Открываю воронку в галактическое ядро. Засасывает этот портал, фантом портала, частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся к клетке. И я даю команду. Выйдет низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувства. Пошел процесс. Шары готовы. Они примерно одинаковые. Оба большие. И в энергии, чувствах есть и другие эмоции, люди, которые не живут в этом доме, но приходят. Хорошо, и чужие энергии забрали. Отлично. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. И этот шар уходит на переработку, закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, бес, заслужил, забираешь? Конечно. Отправляю бесу. Готов. Хорошо, открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. В клетке ничего нет? Нет. Открываю воронку в галактическое ядро. Под клеткой она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И переносимся на счет 3 на земельный участок. 1, 2, 3. Ты на земельном участке. Да, естественно. Принадлежащему к этому дому, правильно. И устанавливаю на лицо перед домом. Но она за домом становилась за домом. Хорошо. На участке. Значит, здесь есть демон. Хорошо. Неупокоенная душа. Да. Земляные жуки. О, жуки. Две воронки арахноид. Две воронки и один арахноид. Хорошо. Откуда жуки здесь взялись? В земле есть они. Понятно, хорошо. Так, жуки. У вас что-то осталось на этом земельном участке? Или показывает, как они землю роют, больше ничего не показывает. Хорошо, отпускаю вас на вашу чистоту. Открывается портал на чистоте этих жуков. 1, 2, 3. Они уходят на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Под воронками открываю портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, которую ты здесь оставил. Ничего не забывай. Приступай. Они по заборам, а в углах, как сетки такие. Собирай все. Гараж перед домом на кустах.
Собрал. Готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Есть. Хорошо, неупокойная душа, представься, как тебе обращаться. Мара. Мара. Как давно ты закончила свою земную жизнь, Мара? В каком году, сколько лет тебе было? Это девочка, ей 12 лет было. 12 лет. Понятно, Мара. И что с тобой случилось? Рак. Рак. Когда это было? Когда ты закончила земное воплощение? В 2012 году. А что ж ты 10 лет, 11 лет здесь сделала? С родителями была. Ты на этот земельный участок пришла для того, чтобы тебя отпустили? Или ты жила здесь? На какое-то время жила, ей была приятна атмосфера в этом доме. Хорошо, и сейчас ты поняла, что пора уходить? Сейчас у меня есть шанс уйти, да. Абсолютно верно, и поэтому я у тебя и спрашиваю. Желаешь ли ты уйти в светлый портал? Желаю. Отлично, не буду тебя задерживать, желаю тебе всего наилучшего в следующей жизни. Открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Мара уходит в этот портал, ее куратор встречает, все, кто ее знает и любит по ту сторону, встречает ее. Встречает ее? Да, он ее взял за руки, она повернулась и Мара. Отлично, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, считай цифру у демона над головой, 12. Демон 12. Хорошо, демон, ты тут хозяйничал, да, на земельном участке? Он показывает больше этого земельного участка, его хозяйства. А, ну понятно. Хорошо, меня интересует только этот земельный участок и только этот дом. Я тебе предлагаю следующий вариант. Ты сейчас выходишь, собираешь, во-первых, все, что ты раскидал по этому земельному участку. Как ты это сделаешь? Мы с тобой пройдемся по земельному участку, по принадлежащему только к этому дому. Я закрою все порталы, а потом соберу тебе весь негатив на этом земельном участке. И отдам в дорогу. Вариант устраивает? Да. Хорошо. Выходи, собирай все, что ты раскидал. И доложи мне. Но у него перед домом есть какая-то зигзагообразная штука. А что это у тебя перед домом? Накопитель. Ловушка? Да, как накопитель. Кто в дом идет или из дома проходит через него, да? Понятно, я уже понял. Хорошая фишка. Ну, на земельном участке есть у него. Его игрушки, как он говорит, он собрался. Хорошо, демон, пошли по земельному участку, покажи мне портал, я их закрою и соберу тебе негативы и отправлю на твою чистоту. Пошли. Так, перед домом. Угу. Воронка влево. Под воронкой открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал, фантом портала, частицы портала, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываю, печатаю, растворяю. Идем дальше. Алло, гараже. Потолок в гараже. Под потолком внизу открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал фантом портала частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. И еще на улице с другой стороны. Там правый угол. В этом месте, в правом углу, открываю воронку в галактическое ядро. Засасывается этот портал фантом портала частицы портала. Все на переработку в чистую первичную энергию уносится. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Все? Да. Хорошо. Я даю команду на 4. Готовы шары. Космически. Опиши их. На мысли и чувства больше. И демон говорит, что они прилетают отовсюду. И разные. Хорошо. Под космическим открываю воронку в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Хорошо. Забираешь демон? Да. Отправляю демону. Он говорит, что он здесь ради этих эмоций и криков, которые приходят со стороны. Хорошо. Меня интересует только этот дом и только этот земельный участок. Мы все будем здесь запечатать, поэтому найдите новое место обитания. Он готов. Хорошо. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Клетка у нас пустая. Открываю под ней воронку в галактическое ядро. И клетка уходит на переработку. Закрываю, опечатывая, растворяем. Готово. Я даю команду на счет 3. Готово. Хорошо. Мы ничего не забыли? Нет. Отключаемся от дома и поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел подъем.